Кузьма Яковлевич Наякшин прошел Великую Отечественную войну от Подмосковья до Берлина. Всю жизнь он занимался наукой, краеведением и исследовательской работой. Его книги по истории – настоящий кладезь для самарских экскурсоводов и студентов. Для того, чтобы увековечить заслуги Кузьмы Яковлевича, было принято решение установить мемориальную доску на фасаде дома, где жил почетный гражданин. Я считаю, что это действительно знаменательное событие для нашего города, историческое, я бы сказала, событие. Это очень важный момент, так как Кузьма Яковлевич являлся не только просто вот краеведом и историком, он еще преподавал в нашем вузе, поэтому то, что здесь присутствует такое количество студентов, это важно. Администрация города выделила субсидии на создание памятной доски. Изготовлением стенда занялась общественная организация ветеранов. Мы сами все задачи решили. И шрифты подбирали, и гравировку делали. Материалы, вот, мрамор полированный, разумеется, закупили его уже. Резали, строгали, сверлили. Сегодня 39 лет со дня смерти Кузьмы Наякшина. Для его семьи установка мемориальной доски – настоящая гордость. Внук Андрей Демидов с особым трепетом вспоминает дедушку. Говорит, он внес непосильный вклад не только в развитие Самары, но и в его личностное. Он был человек серьезный, и, в общем-то, он в какой-то мере повлиял на формирование меня как личности, потому что, ну, я вот видел, как он ко всему относится. Для него вот духовность была самое главное, то есть наука, знания. А вот материальные ценности, понимаете, для него были не особо интересны. Увековечивание памяти героев Великой Победы и почетных граждан Самарской области продолжится, чтобы молодое поколение знало героев своего края. Мария Елчан, Сергей Баскин. События.